Если ты, дорогой друг, не рассчитал месячный бюджет, совершил дорогостоящую покупку, ну или просто плохо учился в школе и сейчас мало зарабатываешь, и в общем у тебя нет денег, но хочется пригласить девушку на свидание, мы предлагаем тебе отличный бюджетный вариант. Выставка Wall Art прямо на стенах музея Васнецовых. Салтыкиада. Максим Налов. Можно подумать, что этими картинами сотрудники музея Васнецовых прикрывают какие-то изъяны, трещины, дырочки. Насколько реалистичен такой вариант, спросим у кировчан. Идея музея Васнецовых, что у них тут не совсем хорошие были фасады, ну, то есть в плохом состоянии, трещины, и решили закрыть картины ими. Вот такой ход, как вам? По-моему, прекрасно. Хорошо. Приобщают идеи к искусству. Бесплатная выставка. Такое бывает только раз в году на ночи музеев, но и то нужно выстоять огромную очередь. И не важно, что у тебя замерзли уши, нос и руки. Главное, что бесплатно и искусство. Красота. Заинтересовались? Хотите посетить эту выставку? И спрашиваете часы работы? Круглосуточно! Александр Сорокин, Салтыков-Щедрин, Максим Наумов. Вечернее шоу «Ветка Тудей».